Больше 20 двоен и одна тройня появились на свет в этом году в областном перинатальном центре. Это роддом третьего самого высокого уровня. К медикам попадают женщины со всего региона со сложными беременностями, в том числе многоплодными. Как появились на свет Ксения и Анастасия Корневы, наша съемочная группа увидела в августе 2016-го. Через полтора года семья стала многодетной. На дне рождения сестер побывала Наталья Цопина. Папа, король, ты засмотрелся на своих принцесс? Да. Я смотрю, у тебя аж прям до речи пропал. Платье на праздник выбирали сами. От одинаковой одежды решили отказаться. У именинницы характеры разные. Настя помягче, Ксюша понастойчивей, но обе упертые. Настя мечтает о скейтборде и много рисует. Ксюша хочет играть на скрипке, обе осваивают шахматы и любят читать стихи. Эх, и медведи на велосипеде, а за мини кот задом напьет. Сегодня с принцессой Белль готовят игрушечную пиццу. Помогать на кухне сестренки любят. И поиграть всегда есть с кем. Во что вы играете чаще всего? С сестрой, с братом? Привидений. Привидения? Да, привидень. Это мама привидень. Одевает. В роли принцессы Белль Инна Кузнецова. Такие мероприятия проводит уже 15 лет. Отмечает, в последние годы все чаще зовут на праздники, где сразу два маленьких именинника. Когда разнополые двойняшки, приходится искать универсального героя. Сегодня легко. Две девочки. Встреча проходила один раз, когда мамочки со всеми двойняшками, близняшками были и тройняшками. Вот это был такой для меня, глаза разбегались. Вот это прям изумительный был праздник. В августе 2016-го съемочная группа телеканала ОТС делала сюжет о работе областного перинатального центра. Двойняшки появились на свет на наших глазах. Все эти годы мы следим, как растут малышки, поздравляем с днем рождения. Были и на выписке из роддома их брата Вани. Он младше на полтора года. Вечером встречают папу. Иногда выходит погулять, ходит на остановку, встречает всей семьей. Люди, соответственно, смотрят на остановке. Кого-то встречают. Целая делегация. Ну, конечно. Мы мечтали о большой семье, говорят родители, и получили тройное счастье. Это моя мечта, и она осуществилась. И хочется пожелать всем, кто верует в это и ждет. Мечты сбываются. В этом году в областном перинатальном центре появились на свет больше 20 двоен и одна тройня. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС.